вечерний ринок в Топольне. 5 часов. Продукции мало. Когда начнут круглосуточную работу, тогда вечером будет тоже мало. Огурца нет, кабачка нет, клубники нет, петинки нет, цветной нет, брокколи нет. А что она будет? За белую картошку просят 25. Подъехала машина с капустой, закупщик побежал. Чем капуста? Чем капуста? Назвали цену 17 гривен и все разбежались. Думаю, постоит, отдаст дешевле.